28 августа во Дворце культуры прошло традиционное совещание педагогических и руководящих работников системы образования Угличского муниципального района. Глава района Анатолий Курицын поздравил педагогов с наступающим новым учебным годом и остановился на значимых событиях в сфере образования. Самое масштабное из них – это начало строительства пристройки к средней школе номер 5 на 800 учащихся с двумя актовыми и тремя спортивными залами. Поработали и на селе, это Ильинское, то, что мы с пищеблоком, это то, что Клипанинская наша школа, как долго мы с вами говорили, что течет крыша и переходим на пеллетное отопление. То, что мы сегодня стали подъезды к школам, это вот 6-я школа у нас с вами, и на 1 сентября это будут прекрасные подъезды, ребята уже не будут идти по дороге, а по хорошему тротуару с освещением, физико-математическому лицею. Подъезд, то есть еще работы очень много у нас с вами. Но я хочу сказать, что все данные результаты, они достигаются только единой командой. Это, конечно, нашего уважаемого губернатора, правительства, наших депутатов, непосредственно администрации, вас всех. Потому что когда есть результат, ну, наверное, нам с вами очень приятно и есть к чему стремиться. Я хочу вам всем самое главное – это, конечно, пожелать терпения, успехов, хороших послушных учеников. Вам лично хорошей погоды в доме, чтобы вы всегда в школу шли с хорошим настроением. Ну а мы, конечно, будем этому способствовать. Анатолий Курицын выполнил приятную миссию. Вручил активным старшеклассникам благодарственные письма за вклад в развитие и популяризацию волонтерского движения. Практическую помощь медицинским работникам при проведении комплекса мероприятий по оценке состояния здоровья населения в рамках диспансеризации. Успешные педагоги, воспитывающие 3 и более детей, получили подарки к новому учебному году из рук заместителя председателя Ярославской областной думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ольги Хитровой. Все мы с вами в ожидании принятия большого федерального закона о статусе учителя. Рассчитываем на то, что он будет принят в следующем году, где будут серьезные изменения. И в плане, мы очень это рассчитываем, потому что большую работу проводили в течение 3 лет в плане системы оплаты труда. Поэтому, так как наш регион среди 5 находится в пилотном, и до конца года все-таки этот эксперимент, скажем так, эти наработки будут завершены, ну и поэтому в следующем году мы все-таки вот ждем принятия этого федерального закона. Кроме того, мы как депутаты областной думы, конечно, продолжим наши программы по инициативному бюджетированию, в рамках которых мы как члены фракции «Единая Россия» в первую очередь имеем возможность оказывать поддержку отдельным учреждениям. И дошкольным, и школьным центром дополнительного образования. И хорошо, что последние 1,5 года уделяется особое внимание школам в плане ремонта, антитеррористической защищенности. Но все равно есть к чему стремиться. Хочу пожелать не только благодарных учеников, но хочу пожелать и благодарных родителей, которые будут хорошими помощниками для того, чтобы вы смогли реализовать все на базе своих учреждений. Традиционный момент августовского совещания – чествование молодых специалистов. В этом году в школы и детские сады Угличского района придут 15 творческих профессиональных педагогов. Сейчас вызвали на сцену новых молодых специалистов, учителей, и очень отрадно, что их стоит полная сцена, они все будут перенимать знания и опыт у наших уже заслуженных, всеми уважаемых учителей. И мне хочется в преддверии этого Нового года пожелать всем счастья, здоровья, любви, мирного неба. И, дорогие наши молодые специалисты, не бойтесь, дерзайте. А в год педагога и наставника я хочу, чтобы вы обращались к педагогам, спрашивали, как надо. Ну и самое главное, я думаю, для вас будет это улыбка ваших детей, которых вы будете учить. В добрый путь. Пусть у вас все получится. И оставайтесь с нами в нашей профессии. 1 сентября в Угличском районе сядут за парты 4672 учащихся, 480 из них – первоклассники. Исполняющая обязанности начальника управления образования Оксана Дерунова доложила об изменениях, которые вступят в силу с нового учебного года. Введение федеральных основных общеобразовательных программ во всех школах и детских садах. Использование единых государственных учебников истории для всех 11-классников.
привлечение обучающихся школ в обязательном порядке к общественно полезному труду. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий школьников принимать участие в общественно полезном труде. Учащихся школ будут привлекать к общественно полезной трудовой деятельности с учетом возрастных психофизических особенностей. Это высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, музее и многое другое. Апробация нового учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Возвращение в школу серебряных медалей за особые успехи в учении второй степени. Введение единой системы профориентации обучающихся школ. Расширение федерального проекта «Профессионалитет». Введение обязательной диагностики на знание русского языка для детей-мигрантов. Внедрение федеральной государственной информационной системы «Моя школа». С 2023-2024 учебного года созданы единые федеральные образовательные программы для первых 11 классов всех школ. 11 классы могут продолжить обучение по учебным планам, соответствующим федеральным государственным стандартам до вступления в силу изменений 2022 года. Основными задачами является обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ с 1 сентября 2023 года, а к 1 сентября 2024-2025 учебного года завершить переход на обновленное ФГОС. Еще одно новшество – введение должности советника директора образовательного учреждения по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Отбор на замещение должности советника проходил в рамках всероссийского конкурса «Навигаторы детства», разработанного Министерством просвещения России и Российским движением школьников. Подготовку и дальнейшее сопровождение советников обеспечивает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр». Впервые советники директора по воспитанию приступили к своей работе в сентябре 2021 года по инициативе нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Задачи, которые стоят перед советником, это, конечно же, вовлечение педагогического состава, родителей, законных представителей, социальных партнеров в воспитательный процесс образовательных организаций. Это поддержка социальных инициатив школьников и молодых людей с учетом региональных и муниципальных особенностей. Это мониторинг воспитательной среды и повышение эффективности сопровождения методического воспитательного процесса. Если мы говорим о направлениях, которые стоят перед советником воспитания, то прежде всего это поддержка ребенка, развитие его способностей, талантов, ну и, конечно же, это вовлечение его в общественно-полезную деятельность путем организации мероприятий по творческой направленности, по спортивной направленности, по волонтерскому движению. Еще одно из направлений работы советника по воспитанию является разработка и участие совместно с администрацией школы в планах и программах по воспитательному процессу для детей, которые находятся в сложной, трудной жизненной ситуации. В школах как бы есть уже заместитель директора по воспитательной работе, да? Он непосредственно организует работу с педагогическим коллективом. То есть он занимается стратегическим планированием, разработкой программы воспитания, он занимается анализом, координирует работу педагогов. А советник по воспитанию нужен для того, чтобы непосредственно заниматься практической деятельностью со школьниками, с детьми, с молодыми людьми, чтобы непосредственно с ними организовывать мероприятия и вовлекать их тем самым в общественно полезную деятельность и воспитывать достойных граждан нашей страны. Одни из тех, с кем предстоит работать советником по воспитанию, это члены недавно открытых в нескольких школах первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых». О целях, задачах и ближайших планах организации рассказала председатель Совета муниципального отделения «Движение первых» Татьяна Осокина. Движение первых создано прежде всего для объединения подрастающего поколения едиными идеями и правильными смыслами. Самый главный принцип, который интегрируется в работу, делать вместе с детьми, а не вместо них. И наша важнейшая задача – объединить в своей деятельности все важные общественные институты, которые работают с детьми и молодежью. К
Ключевыми партнерами на федеральном уровне в этой работе для нас выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. И, конечно, нам очень важно выстроить такое же взаимодействие на уровне региона и нашего муниципального района. С 1 сентября федеральным центром будет запущена программа по развитию первичных отделений, формированию активов детей, советов первых, в которой будет дан пошаговый алгоритм создания и развития первичного отделения. Мы очень надеемся, что наши первички к сентября месяца включится в работу по подготовке к масштабному мероприятию «Конференция первых. Поехали! Ярославской области». Завершилось августовское педагогическое совещание еще одним приятным событием. Свои заслуженные награды получили школы, добившиеся больших успехов в спартакиаде учащихся в рамках Всероссийских спортивных игр школьников, президентские спортивные игры, а также победители и призеры спартакиады педагогов. Здорово, что такое количество школ, образовательных организаций, детских садов, сельских школ присутствует на этой сцене. И не зря, наверное, этот год у нас год педагога и наставника. Вот, наверное, важно нам быть с вами примером для наших детей, чтобы наше поколение было здоровым. Ну и вы все прекрасно понимаете, что от здоровья зависит успех каждого человека в жизни. С праздником, с началом нового учебного года. Спасибо, Ольга. Каждый человек с самого рождения стремится к большим звездам. И пусть наставник покажет самый короткий путь к вершинам успеха, поможет ухватиться за самую яркую мечту и никогда ее не отпускать. Только вместе мы способны на великие дела.